Едем уже далеко за Красноярском, где-то в районе станции это Зима, Тайга. Дорога здесь извилистая. Извилистая. Вагон шатает, жесть. Ноутбук буквально чуть ли не ездит по столу. И вот тут зашел в игрушку в одну, в колхоз. Так шатает, что прям аж даже эти елочные игрушки на экране шатаются. От тряски. Всем привет передаю, всем интернетчикам, которые следят за моим чече. Я уже покушал, здесь уже вечер скоро будет. Движемся дальше.